Ярмолев. Телефон уронил. Я вам рассказывал о том, что люди нас постоянно оценивают. То есть идет оценка. А, тут уже ничего не сделаешь. Давайте немножко побольше сделаем. Вид, формат. Так, текст по центру выравнивать. Алфавит. Моношины. Ага, вот это. Так, ну чё ты? Ага, заголовок тут не увеличится, да, вид? Файл правка. Формат. Текст выравнить по центру. Шрифт, жирный шрифт. Увеличить. Ага, вот так увеличить. Вот так. Увеличить. О, пошло. Я же уже не так, чтобы уж видеть. Ага, лучше всего так. Итак, я вам рассказывал о том, что люди постоянно друг на друга смотрят, люди постоянно друг друга оценивают. И в результате вот этого процесса постоянного осмотрения, чувствования, оценки и так далее, они начинают вам симпатизировать или не симпатизируют. То есть притягиваются или наоборот отталкиваются. Вы их отталкиваете. И вот чтобы понравиться другим людям, вот как они оценивают. Вот я как раз выписал. Смотрите, первый визуальный контакт. Это по осанке. Царственная осанка, она говорит о том, что с одной стороны, вы достаточно энергичный человек, у вас хорошая энергетика, которая поддерживает ровную осанку. Вот. И вдобавок, когда осанка хорошая, прямая, это говорит о том, что вы уверенный человек. И в любом случае это говорит о том, что у вас хорошая энергетика. Далее, второе. Голос. Голос как раз продолжение вот этого вот энергетического, будем говорить, потенциала вашего. То есть слушают ваш голос, и уже невольно, особенно женщины, что там, любят ушами, они начинают реагировать, как вы говорите, что вы, ну, в основном, как говорите, опять-таки, реагируют на вашу энергетику, на ваше какое-то спокойствие, уравновешенность и так далее, Желательно еще какие-то слова соответствующие подбирать, для того, чтобы вот создать благоприятное впечатление на другого человека, который вас слушает, чтобы ему было вас приятно слушать. Далее, настроение. Настроение, наконец-таки, с вами общается. И настроение – это уже ваш, опять-таки, энергетический уровень. На каком энергетическом уровне вы находитесь? Вот я нахожусь на более высоком энергетическом уровне, чем до этого у меня был энергетический уровень, и он сказывается несколько, вот такое слово есть, экзальтированный, то есть, как бы сказать, я несколько, ну, спешу, там, еще что-то делаю, как-то, знаете, так, даже можно сказать, неестественно. Но вот это как раз показывает повышенный уровень. Его, конечно, надо адаптировать под себя, чтобы вот это вот, знаете, вот эти энергетические флуктуации с вас не вырывались. То есть как-то более умеренно, более, так знаете, это спокойствие. Вот есть, знаете, вот сейчас от меня идет такое несколько, возможно, раздражающая энергетика. Ну, не энергетика, а вот внешность какая-то такая, знаете, вот как пьяный там или еще человек. То есть привыкли, когда человек вначале пьяный, веселенький, у него энергетика повышается, и вот это кажется, что человек выпил. И, естественно, не только знает выпитых людей, а таких, как я, наполненных энергией, не знают, не понимают. И поэтому кажется, я выпил и гоню там что-то там такое. Вот. Так,
Вот эту вот энергетику еще, да? Ее, знаете, можно немножечко переварить, усвоить, и тогда будет такая спокойная, уверенная энергетика. Ну, это мне еще предстоит над этим, значит, поработать. То есть вот это вот настроение показывает вашу энергетику. И люди любят, если энергетика повышенная, вот такая вот, знаете, вот, что от нее можно подпитаться, это их тоже притягивает, им нравится, понимаете, вот нравится, если это все равно, что вы подушились такими красивыми духами, от вас хорошо пахнет, так вот примерно настроение, это вот что-то там такое, люди как-то это чувствуют, да. Далее, увлеченность чем-либо, опять-таки показывает, вот, ну, человек, смотри, он как-то вот не просто так, а он чем-то увлечен. Увлеченность позволяет еще дополнительно вырабатывать энергетику. Под все новое дается энергия, новая энергия. Естественно, такой человек увлеченный, он как-то это самое ярче выделяется. Далее, пятое, позитив и амбициозность. Чтобы это все было, знаете, ну, не с негативом, как вот до этого я там говорил, отец там пришел, гоняет там мать и так далее. Вот. А был вот такой вот позитив. То есть вот это настроение должно было окрашено определенным видом энергии, который бы вот такая, знаете, вот этот позитив, он создает, не разрушительная должна быть, а созидательная энергетика. И амбициозность. Амбициозность – это опять-таки уверенность в себе на то, что вы что-то хотите, что вы хотите нечто большее. Когда вы хотите нечто больше, нежели у вас есть, вот это как раз, я оцениваю так, амбициозность, это как раз говорит о том, что но вы начинаете давить на пространство для того, чтобы это получить. Вот, и если это амбициозность, ну, тоже имеет положительную окраску, оценку, она, значит, приветствуется. И человек амбициозный, он, как правило, лучше. Ага, допустим, грубо говоря, была одна машина, он хочет лучшую машину, потом он хочет еще лучшую машину. Ага, была квартира, он хочет лучшую квартиру, потом хочет дом и так далее, так далее, так далее. То есть это вот, ну, с материальной точки зрения приветствуется. Или амбициозность, ну, еще там что-то там такое. Грубо говоря, человек здоров, он хочет быть еще там здоровее. Но, опять-таки, амбициозность должна быть в каких-то рамках. Потому что если она переходит рамки разумного, это уже несколько не то, что надо для общения в обществе. Это уже идет подавление. Чрезмерная амбициозность, которая опирается на людей, как на средство достижения своей амбициозности, это уже отрицательная вещь. Значит, шестое. Улыбка. От улыбки джуби-рюби-джум. Поделись улыбкой своей, и она к тебе еще не раз вернется. То есть улыбка. Улыбка, как бы сказать, действительно, вот это доброжелательность. То есть доброжелательность, она, как правило, проявляется через улыбку. Поэтому улыбайтесь, улыбайтесь. Вот эта доброжелательность. Вы должны показать другому человеку свою доброжелательность, свое расположение к нему. Седьмое. Слушать другого. Это уже дальнейшее. Вы сначала улыбнулись, а потом слушаете, как бы сказать, вот в его проблемы там вникаете, еще, еще. Вот как я с Сергеем Матвиенко все там прогулы там рассказываю, и так, и сяк, и так далее, и тому подобное. То есть я в этом процессе принимаю участие, я заинтересован и много рассказываю. А не просто, да, отвали, Сережа, там, почитаю вот эту книжку, или что там, что-нибудь, и хары, хотя и на это ссылаюсь. Так, самоирония, ну, я уже рассказывал насчет себя.
что в любом случае вы должны понимать, что есть люди и посильнее вас, и покрасивее вас, ну, и побогаче вас, но в любом случае лучше вас в каких-то там отношениях, поэтому выпячивать себя до каких-то космических значит, высот не следует. Просто-напросто надо знать свои возможности, свои значит, силы и, как бы сказать, вот ими пользоваться, ну и при этом действительно вот самоиронично говорит, да, я светоч народной медицины и здорового образа жизни, что-то я там могу и так далее, и так далее, и так далее. Но в то же время вот, вот такой вот, некоторым там не нравится живот или еще, это просто из-за того, что я вот так сижу, у меня тогда большая голова, скажите, какая у тебя большая голова, а рот, рот какой. Так точно и сейчас я отвалился, живот на первый план и так далее. То есть самоирония. И, наконец, девятое, повествование и эмоциональность. Ну, как раз я тут рассказал повествование и эмоциональность. То есть вы рассказываете какую-то, ну, не историю, а информацию. То есть у вас в беседе, вернее, есть информационная часть, как я сейчас только высказался, и есть эмоциональная часть. Что только не то, формулами шпарите, вот это так, вот это так. А раз, и эмоцию вернули, раз, и как бы то, что вы там говорили, как-то по-другому там повернули, рассказали, чтоб это украсило вашу беседу с другим человеком. А не просто монотонно, знаете, так бам-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 бам, и все. Ну вот, что я тут нашел, и я вам рассказал. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, 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 народ, наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Ой, веселись, 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 народ, наступает новый год. Ой, а что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, 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 народ, наступает, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-бам-бам, бам-бам-бам, бам-бам-бам.